Всем привет! Продолжаем прохождение Dwarves Glory Death and Loot. Остановились мы на 95-й битве. Поинты купить не могу. Пока что продолжаем. А, так, тут дворф имеется один. Как мне сказали, можно продавать дворфов. Кого я могу продать? Ну, кого-то из вот этих вот ребят, из престов. Двадцать третий уровень, двадцать четвертый. Ну, наверное, вот этот 23-й будет продан. Давай, шапочку мне отдай. Ну и посох тогда отдай. А. Продал. Вещи вернулись. Хорошо. Вещи не продаются вместе с дворфом. Нанимаю дворфа. Чпок. Что ты такое? Он такой универсальный. Получается дворф. Но у него какой-то берсерк есть. Пассивная способность. Способность берсерка. Дам тебе наплечники. Шлем у него слабенький, конечно. Он вообще ничего не дает, никаких характеристик. Из предметов что ему дать? Ну, скорее всего, топор получается. Наверное, пока что вот так вот. Оставлю его. Пускай побегает так. А, у меня тут элитные орки. 4500. Хотя я его могу сделать с щитом. Вот так. И тогда, скорее всего, он не так быстро сдохнет. Но опять же, это не точно. Так, тебе кружку оставлю. Тебе кружку дам. Пускай будет. 4500, немного парироль. Может быть, послабее кто-нибудь попадется. Похоже, что нет. Четыреста, но тут есть хилеры. Ладно, поехали в бой. Посмотрим. Я забыл поменять формацию. Палки. А, может быть, сейчас будет и конечная для меня. Но хотелось бы, конечно, дойти до сотой битвы. Посмотреть, что там, пройти ее. А, вроде выиграем в итоге. Да. Сейчас лишь бы мои гномы вперед далеко не убежали. А, ну тут лучники остались. Скорее всего, их не убьют, да. Все. Нормально. Прокачался у меня вот этот парень. 3 стамины получил. Сразу 4-й левел получил. Нормально так прокачался. Хорошо. А, мне на выбор дают Thunder Resist.
Enemy Thunder Spells. Restore 14 маны. Иммунитет к шоку. Вот это вот предмет идеальный для моих пристов, по сути, против тандермагов. Но это настолько специфичный предмет именно против тандермагов. Ну, я, наверное, возьму. Выдам вот так вот. Пускай будет так. 300 мины он получил. А, тут нужна сила. Понял. Ищем противников себе подходящих. Тут маги. Вот. 2460. Вот этот парень еще не скоро прокачается, к сожалению. Да, еще 7 виздом ему нужно. 7 уровней, по сути. Опять я забыл формацию поставить. Сейчас надо не забыть поставить формацию, пока не поздно. Отлично, победа. Прям сходу ставлю формацию вот эту вот. Окей. Теперь можно искать противников себе. Молотобойцы, лучник. Нет. Молотобойцы. Маги, маги. Опять маги. Да, придется много реролов делать. Вот, 2700. Стамина, файр резист. Возьму. А ну-ка. О, нормально. Кому-то даже пригодился этот кинжал. Хорошо. Идем в бой. Разница все-таки есть в формации. Держат строй гномы при такой формации. Это намного надежнее, конечно, чем... Они будут бежать каждый вперед паровоза. Вперед паладинов. Все, победа. Тут было нетрудно все. Синий кинжал мне не интересен. Мне нужны лучше кинжалы. А вот это я не помню, у меня синенькая или нет. А, вот, нормально. Правда, там стамина была, но пускай так. Что там у меня, кстати говоря, по скиллам? А, мне ничего не дали. Я понял. Ладно. Ищем себе противников дальше. Молотобойцы. Тут маги. Копье синее мне не интересно. Молоты, маги, маги, маги. Тут кто у нас? Fire маги. Может попробовать против fire магов? Конечно, они мощные, но у меня есть вот этот парень с заклинаниями необходимыми. Да, вот вылетает Феникс, и видно, как здоровье немножечко просаживается. Ну, не так критично. Значит, Fire маги не такие опасные, как Thunder маги. Да, скорее всего. Так.
Так и есть. Вот сразу сходу здесь подходящие мне противники. Да, они одни здесь. Тут, кстати, можно, я недавно заметил, замочек ставить как-то. А, нет, нельзя. Ладно. Я как-то ставил замочек на каких-то предметах. Возможно, это именно на предметах можно ставить замочки, чтобы они не рероли, они сохранялись. С врагами, похоже, так не работает. Вполне себе легко побеждаем. Отлично. Ты уже какого уровня? 9-го. Быстро качается, молодец. Надо будет ему, кстати, наверное... Возможно, его тоже паладином сделать. Больше паладинов. Что у нас здесь? 5100. 5200. Выберу, наверное, 5100 вот этих ребят в противнике. Сила, ловкость. А, нет, мне нужен один, который кровотечение будет накладывать. Файрезист, вес. Это мне интересно. 7 виздом надо. Так. По скиллам пока ничего не прибавилось. Ладно, идем в битву. Битва будет трудная. Ого, ого. Урон проходит бешеный. Могу даже не выдержать. Ого. Ничего себе. Фух, вот это да. Просаживалось здоровье до половины. Опасно, опасно было. Возможно, мне нужен еще один паладин. Я, наверное, прикуплю сейчас паладинский щит. Да, вот он, легендарный предмет. Но мне как-то не очень нравится его эффект. Мне как-то вот, допустим, здесь Феникс, перо Феникса как-то побольше нравится. Так, давай тебе выдам. Появились поинты. Один поинт. Покупаю блок. Плюс 5%. Уже неплохо. Где тут магазин? Здесь у меня ничего не складируется. Здесь магазина нет, да? Вот здесь можно только брать. 35 тысяч нужно до следующего сундучка. Но я возьму себе щиток. Зеленый выпал, к сожалению. Еще и статы не очень. Где-то у меня, вот он ты. Еще 2 стамины и 10 виздом надо будет. 2 стамины. Но он как раз получает 1 стамину за уровень. Скоро прокачается, а потом перейдет, скорее всего, в хиллеров. Да, как-то так. Делаем реролы. Ищем противников. Значит, фаер-магов можно будет не бояться в будущем, я думаю.
А вот тандер-маги пока что для меня представляют угрозу. Мне кажется. О, здесь вес добавляется. А ну-ка. Вот еще один дворф. Шарп. А, купить я его не могу и это, на склад положить. Что у нас по предметам здесь? А, ну, с шлемами все в порядке. Мне уже такие шлемы не нужны. Похоже, что... Да, вот тут вес добавляется. Стамина, интеллект. Тоже хорошая вещь. Ладно, пока так оставлю. Если сравнивать дварфа вот этого и вот этого, что у нас здесь? Показатель стамины у этого дварфа выше. Что делает берсерк? Где это прочитать можно? Что делает его способность берсерка? К сожалению, не знаю, как это прочитать. Но похоже, что показатели у него выше. Да, вот я смотрю. Ловкость, сила. Интеллект. Возможно, у них разница в предметах есть. Тут даже еще меньше будет стамины, если я такой же шлем ему отдам. Да, но я, наверное, прикуплю того гнома все-таки. Главное мне не продать. Вот этого не продать. Вот этого. 26, 26, 25, 25, 26, 26. Ну, давай вот тебя, скорее всего, я продам. Спасибо за службу. Покупаю нового дворфа. Он также будет с двуручным молотом. Кричен спид. Стамина 16. Тут 7 всего дается. Тебе плащ. Да, наверное, как-то так. Наверное, как-то так. Тебе что-нибудь дать вообще из предметов каких-то? Наверное, нет. Все, делаем рероллы. Ищем противников себе. Манореген 2. Крит дэмэдж. Манореген какой-то слишком слабенький. Противники. О, 11 тысяч стоит. Слишком дорого. Здесь что у нас? Молоты. Еще один дворф. Статик. Даже не знаю, что и сказать. Слишком уж упарываться в замену гномов я тоже не хочу. Они тем более вы... Found. Вот, замочку поставлю. Придется теперь ЕС постоянно нажимать. Опять молоты попадаются в противники. Прям сильные противники пошли. Похоже, что... Молотов мне теперь не избежать. Да, вот они прям в каждом рероле попадаются. Почти. Почти в каждом рероле. Вот здесь, правда, магов много. Попробую. Попробую. Этому кружечку выдал. Этому кружечку выдал. Ну, остальные попытайтесь выжить. Давай, наверное... Вот тут ты 20... А, ну ты паладин, тебе, наверное, нет смысла так. У
себе кружечку получше. Ну ладно, не хочу терять этого паладина. Вперед. Пока вроде бы справляемся. Ой-ой-ой. Вот уже один дворф у меня спасся. Ой-ой-ой. Тандермаги очень опасные, конечно. И еще. Уже троих он спас, получается. Как минимум. Троих. 1000 здоровья за регенил. О, вот этот нарезал много. Окей. Сложно становится. Какого-то уровня, уже 13-го, молодец, быстро качаешься. Ты 4-го, да? Три виздом еще нужно получить. Такс. Ты будешь у меня паладином, правильно? Теперь тебе виздом надо качать. Виздом надо тебе качать. Значит, тебя надо перемещать вот сюда как-то получается. Так. Пассивка берсерк. Да, будешь у меня паладином, берсерком, скорее всего. Все, этот у меня теперь получит 10 уровней и будет паладином, третьим паладином. Далее, вот ты у меня... Хотелось бы, чтобы ты все-таки стал престом. Будешь качаться пока так. Окей. А, тебя еще куда-то надо деть, да? Пока его буду держать, вот этого гнома. Fire Mage. Пойдет 2400. Зато реролать не надо много. Так, одного уже дворфа резнули, судя по звукам. Есть, победили. Хорошо. Луки повыпадали. Кинжал. Что тут у нас? Опять маги. Ну, здесь фаер маги. Наверное, возьму этих противников. Кинжал у тебя, да, вот у тебя был. Кинжал для кровотечений. Лучники. Ну, пока что сюда, в мою команду, лучник точно не вписывается, к сожалению. Пока что пробовать лучника я не буду пробовать, короче. Все, идем дальше. В бой. Вроде побеждаем. Мне, конечно, надо в идеале еще очень серьезно готовиться к битве с магами в будущем, потому что маги будут становиться сильнее, и они будут, скорее всего, в каждом паке вражеском. Для этого мне нужны будут скиллы по маг-резисту.
отпускаю. Тут молоты. Не нужны они мне. Молоты нет. Снова молоты. Три тандермага, три фаермага. Ой, опасная. Ну вот, хотя бы три тандермага без фаермагов возьму в противники. Так. Одного гнома уже резнули моего. Нормально. Нормально справились. Все-таки маги не представляют такой угрозы, как молоты вражеские. Колчан выпал, который мне не нужен. Ага, появились элитные орки. Тандермаги. 5000. Пробую немножко пореролать. А, ну хотя, наверное, невыгодно реролы делать. Ну что ж, рискну. Значит, 5000. 5000, что я могу сделать? Так, где ты? А где у меня этот парень? А вот он, 6. Будущий паладин, вот он. А ты у меня 2 виздом еще осталось. Вперед, пробуем. Выживем, не выживем. Тут я уже не знаю, что будет. Продавливают меня орки. Очень мощные. Но потихонечку, потихонечку. Да, у нас получилось с ними справиться. Отлично. Фух. Хорошо. Хорошо, идем пока что. Это сотая битва была, или я что-то пропустил немножко этот момент? А, уже 105 побед. Я как-то пропустил сотую победу. Вот можно рерол сделать за 2000. Я, наверное, не буду делать рерол за 2000. Я лучше сундук куплю. Ну вот, Magic Damage абсорбируют. И потом хилит. А, вот можно быстрее силу прокачивать с помощью этого предмета, кстати. Да, я, наверное, возьму предмет чисто для того, чтобы в будущем прокачивать силу. Вот этих противников я возьму. Гномика вот этого нового я покупаю. Сейчас надо кого-то... А, подожди-ка, а что это за гномик-то? Статик какой-то у него, пассивка. Как это посмотреть, я даже не знаю. Что у тебя? Интеллект немножко выше остальных показателей. Возможно, ты какой-то маг. Если ты, возможно, какой-то маг, значит, может быть, престом тебя сделать. Это у меня уже новенький. Вот этого придется делать. Раз. Покупаем. Статик. Статик, статик. Наверное, это что-то связано с боевым магом каким-то. Статик. Берзергер. Шарп. Давай-ка тебе... Так, приодену тебя...
Все, держи. Сила. Больше показателей силы. Вот, держи тебе. Что там по характеристикам будущего паладина? Вот 5 стамины еще. А тебе... А, могу уже сделать. О. А, погоди-ка. А, этот большой молот, он не отталкивает же. Хм. Он же не работает как Вархаммер. Я немножко не учел этот момент. Он же не работает как Вархаммер, к сожалению. Это плохо. Придется тогда вот так вот сделать. Изменю немножко формацию и больше варпристов я ставить не буду, скорее всего, в команду. Количество хилеров у меня резко уменьшилось. Это тебе. Это тоже тебе. Да, как-то так получается. Попробую. Ого. Ого, урон пошел. Ё-моё. Бешеный урон от тандермагов. Они бьют как раз в этого... В этого приста бьют, у которого предмет на сопротивление тандер урону. Иначе бы его, скорее всего, убили бы много раз. Виздом плюс 2 сработал пивас на нем. Да, тандермаги, конечно, это боль еще та. А, по поводу... А, 35 тысяч. Блин, мне на рероллы не хватит, если я куплю сундук. Хаммер-орки. Мне кажется, они намного опаснее магов. Буду, наверное, в этом прохождении до последнего избегать хаммер-орков. Вот фаер-маги. 3300. Тут тоже фаер-маги, но тут эти молоты. Ой, попробую, конечно. Давай-ка тебе перышко, не хочу тебя терять. В случае чего. Хм. 30 уровень, 30, 30. Ладно. Пробуем. Ой-ой-ой. Ничего себе, ничего себе. А, вон варприст. Варприст. Потерял. Дворфа. Интересно, какого дворфа я потерял? Походу я рогу потерял одну. Одного. А, нет, три роги. Неужели я паладина потерял? Тю, блин. Варприст отли... Варприста потерял. Так, погоди-ка. Ну да. Ай, минус варприст. Недолго он побыл. Да, тут, скорее всего, только паладин выдержит такой натиск.
5 стамины. Это нужно ему щит давать. И сюда. Да, подвел меня варприст тем, что сдох раньше времени. Теперь мне нужен дворф. А их нет, как назло. Тут я возьму, наверное, предмет. Вот, фаермаги. 2300, да, нормально, я думаю. Плюс стамине, плюс к интеллекту. Опять стамина надо. Окей, ладно, пробуем в девятером. 2300 противники, надеюсь, выдержу. Ну, вроде бы получилось. Отлично. Восемьсот. О, какие у него предметы. Не, я не буду рисковать. Здесь пока сильные противники. Здесь молотобойцы. Вот этих, может быть, взять противники. Дворфы мне не выпадают. То они сыпались на меня один за одним. Ну вот, обычный дворф. Возьму обычного, а что делать? Хотя бы обычного. Будешь у меня как раз вот с молотом. Правда, одежды никакой на тебя не навешу. Тебя, скорее всего, убьют сразу же. Ну ладно, тогда я потеряю молот, если его убьют. Но я могу ему дать перышко. Тогда если его убьют, он воскреснет вместе с моим молотом. Дал ему перышко только из-за молота. Справляемся с этими противниками. Хорошо. Отлично. Ох, ё-моё. Элитный орк Рипер. Выглядит опасно. 3300 вот. Я, наверное, вот этих в противники возьму. Там наплечники были. Можно купить какие-нибудь предметы. Беспонтовенькие. Ой, на рейд случайно нажал. Вот ему.
Ладно, пробую. Не знаю, что делает этот рипер. Но урон бешеный просто проходит по моим дворфам. Минус дворф, минус второй, минус третий. Я понял. И это конечная. Встреча с рипером оказалась конечной. Я отступил, но не думаю, что это что-то изменит. Четыре тысячи. 3700. Да, риперы. Харвест. У него, похоже, какая-то добивалка, возможно, есть. И он просто брал и добивал моих дворфов. Ладно, тут уже, скорее всего, я ничего изменить не смогу. Давай 3900, не важно. Бах, отлетел первый, второй. Да, тут без шансов, конечно. Роги еще немножко посражаются, да, за счет своих способностей к уклонению, но это все ненадолго. Вот такой вот получился забег. 109 побед. 15 тысяч урона у меня Рога нанес, но этого оказалось недостаточно. Что по скиллам, больше скиллов новых я взять не смогу. Могу, конечно, сделать ресет и по-другому здесь скиллы раскидать. Варприст мне не понравился. Ладно, подумаем, чтобы что делать дальше. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых серий. Всем пока.